Первый год работы Евразийского экономического союза вышел результативным. Такое мнение во время встречи, посвященной проблемам и перспективам объединения, высказали эксперты международных аналитических центров. Улучшилась структура взаимной торговли между странами, а конкуренция национальных юрисдикций способствовала улучшению бизнес-климата. Также укрепились и расширились связи между бизнес-структурами стран-участниц. Несмотря на сложные экономические условия, ЕАЭС, по мнению специалистов, станет одним из важных элементов для развития экономики государств. Я напомню, в 2016-м Казахстан будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза. Что касается текущего года, мы уже вот сказали, что это действительно год был сложный с экономической точки зрения, были объективные внешние факторы. Товарооборот за 10 месяцев этого года составил со странами Евразийского экономического союза товарооборот Казахстана составил 13,5 миллиардов долларов, и он сократился на 26%. Нестабильные внешние экономические факторы.